HBO Max представляет. Садитесь вокруг меня, дети. Земля уничтожена Великой войной. Я была создана ради вашей защиты. И теперь мы все начнем сначала. Кто из вас знает сказку о трех поросятах? От Ридли Скотта, режиссера «Марсианина», «Гладиатора» и «Чужого». Первый поросенок построил домик из соломы. Второй поросенок построил домик из веток. А третий поросенок, он построил домик из камня. И однажды к ним пришел большой и злой волк. Он сказал: «Поросенок, поросенок, впусти меня в дом, иначе я топну, иначе я хлопну, дуну, и твой дом разлетится». Большой злой волк, о котором она говорила. Отец? Это она и есть. Воспитанные волками. Лайкни, комментируй, делись, подписывайся. Как всегда.